Из этого же мульта взял. Так, итак, мы на третьей миссии с Роналом в игре The Incredibles. Что удивительно, уважаемые зрители, вас хватило на третью версию нашего бреда. За что вам, конечно, спасибо, но от нас также искренне пожелание иметь, во-первых, покрепче нервы, во-вторых, хотя бы бутылочку успокоительного под рукой. Можно хотя бы таблетку кровавого. Вот он. Вот он, классический американский пафос боевиков. Эту миссию тоже... Опа! Дружочки, вообще эллипсы? Ты помнишь эту... ты помнишь это видео? Помню! Как дико я с неё угорал. У тебя теперь есть все шансы повторить успех Гагатуна. Так что давай, не облажай. Может быть. Trying to help. Я до сих пор эти кружочки помню, если я не... Так, машина. Раз, два. А нет, всё-таки задел немного. I can be super if you just let... Ай! Бах! Я сейчас включу автозапикиватель. И пошел считать фонари. Give me a chance. Немного не дрифтую. Вот это. Ай. Неожиданно. Какой-то непонятный кит. Чем-то, что могло бы быть стационарным пулеметом. Еще времен Вьетнамской войны. Внезапно, ты хочешь сказать, да? А не неожиданно. Совсем внезапно. Размалеванный, жеманный клоун на боевом армейском вертолете. А, ты типа Лурк Море типа сейчас цитируешь? Вообще-то nice. Ну Лурк Море это внезапно, вот эти все они, это их фишки. Присели. А нет, хотя от пуль можно и побегать, не сильно страшно. Хотя не надо, не советую. Взрывчатку лови. Не, пулемет. Да ты в кэпы записал? А? В кэпы, говорю, ты записал-то. Слушай, хватит. Я-то думал, нашим зрителям казалось, что ты... Не знаю, блин. Дождь карамельных пони. Всегда ваш кэп. Давай, закидывай его арбузами. Это не арбуз, это фейхуа. Я без это чего? Арбуза, это арбуза. Ты сейчас сказал матерное слово? Мне придется запикивать тебя. Баба! Ба! Заметьте, от пулемета они как-то быстрее порушились, эти холодильники все. Ну, это же американские ракеты. Они ж тупые! Они ж тупые. Тебе нужно познакомиться с моим другом Сашем Поповым, он тоже любит задорного. Я не думаю. Они тоже любят пластик. А ну-ка, может получится? Вот как говорят, что дистрофик может спрятаться за удочкой. Вот так и этот кроется не знаю чем. За холодильником. За Юрюзанью. This is getting ridiculous.
Чем-таки немало напоминает последнего Индиана. Типа так, да? Ходить. Арбузы пошли. Еще один где-то валял. Давайте научим наших зрителей молдавскому языку, дорогие друзья. Или не надо слишком строгие слова типа говорить, дуть. Как ты думаешь? Я думаю, у них еще полно проблем, кроме изучения этой парамарши. Может быть. Так оно и есть. Так оно и есть. Есть оно так. Забыл про пулемет. Он, когда у него меньше половины жизни, пулемет начинает использовать вместе с ракетой. Ну раз американский... Он понимает, что американские ракеты — это тупость. Арбузы! Так, еще один раз и все. Ну вы знаете, как я люблю проигрывать, и мне придется перепроходить. Серж просто меня будет автозапикивать все время. Ну кто сказал, что я тебя буду автозапикивать? Сам и обработаешь. Давай, покажи классику боевиков. I am G. Schwartz. And I've got balls of steel. And I've got balls of steel. Balls of steel. Balls of... I have a metal steel. Did I hit the spot? Ну давай, жеманный французский клоунишка. Вообще-то мим. Ну, хотя по большей части это одно и то же. Fuck yeah. И внезапно заголовки что? Слишком много уничтожения. Да ладно. Кеп. Прошло 15 лет, где они здесь? Где они сейчас? У них подрастают дети. Но снова скоро придется выйти на тернистую дорожку справедливости. Итак, дорогие друзья, спасибо за этот меланхоличный, ужасный, ржачный, просмотр видео. Ставьте... Вам же плюс, что он наконец-таки был покороче, чем предыдущее. Ставьте мегусту, оставляйте комментарии, ваши пожелания, ваши матерные слова. Не мегусту не ставьте, мне будет... приятно. Желаю вам удачи. Смотрите нас дальше. Всем пока.